Приветствую всех на канале. Сегодня мы с вами создадим пустую конфигурацию, установим конфигурацию из шаблона и, собственно, создадим ее в 1С. Для начала, для создания пустой конфигурации заходим в 1С предприятие. Платформа нам, собственно, предлагает добавить список информационную базу, так как список пуст. Нажимаем «Да». Выбираем создание новой информационной базы. Нажимаем «Далее». Так как у нас не установлен шаблон ни одной из конфигураций, мы создаем пустую конфигурацию для разработки. Нажимаем «Далее». Наименование информационной базы можно оставить по умолчанию. Нажимаем «Далее». Здесь указывается путь, где будет храниться файл конфигурации. Я его поменяю. Для примера создадим на рабочем столе новую папку. Выбираем ее, нажимаем «Выбор папки». Все, видим, что наш путь прописался. Нажимаем «Далее». Здесь можно все оставить по умолчанию. Нажимаем «Готово». Создание конфигурации занимает какое-то время. Для пустой конфигурации время значительно меньше, чем для создания из шаблона. Видим, что наша информационная база добавлена. Можно зайти в конфигуратор и посмотреть, что у нас там есть. Видим, наша конфигурация открылась. Чтобы заглянуть в конфигурацию, нажимаем «Конфигурация», «Открыть конфигурацию». Видим, что ни одного объекта у нас здесь не создано, так как конфигурация полностью пустая. С пустой конфигурацией закончили, можно закрыть. Сейчас мы установим один из шаблонов конфигурации, который был скачан нами ранее в предыдущем видео. Выбираем аккаунтинг. Это бухгалтерия, учебная версия. Установим ее. Нажимаем «Установочный файл». Нажимаем «Далее». Здесь у нас указывается каталог шаблонов. Его можно оставить по умолчанию, но этот путь нужно запомнить. Далее я покажу, для чего он нужен. Далее. Все, конфигурация установлена. Заходим в 1С предприятия. Для чего мы запоминали путь установки шаблона? Если при добавлении конфигурации вы не увидите здесь ни одного шаблона, нужно зайти в настройки и прописать путь, добавить каталог в этот список. Тогда у вас должны появиться шаблоны конфигурации в этом списке. У меня они появились, установим шаблон. Здесь наименование также оставим без изменений. Каталог создаем новый. Здесь оставляем все без изменений. Нажимаем «Готово». Конфигурация, загружаемая из шаблона, устанавливается несколько дольше, чем если мы создаем пустую конфигурацию. Наша конфигурация добавила список. Можем запустить ее. Видим, наша конфигурация запустилась. Учебная версия бухгалтерия предприятия. На этом данное видео закончим. Всем спасибо за внимание. Удачи!